Народ, всем пламенный хеллоу, приветствуюсь на канале Юс Малеван и жаркий солнечный Флорид, город Нейплс. И мы с вами сегодня в автосалоне Mazda. Давно что-то мы не смотрели, как изменились цены, что появилось, какие комплектации и так далее. В общем, покажу сейчас и начнем мы с обзора флагмана последнего, который Mazda спозиционировала как Luxury SUV и пытаясь сравниться со всеми остальными. Ну, мы уже это обсуждали, мы не будем повторяться. CX-90 полный привод и Trim Preferred. Давайте глянем. Вот, ребята, ну, обалденная машина. Ничего не могу плохого сказать. Непонятно, зачем они полезли в лакшери. Ну, хотя понятно, всем денег надо заработать, потому что, по сути, технологии одни и те же примерно, да? Плюс-минус. А как бы при этом вот, ну, хочется заработать больше на этих технологиях. Ну, тогда нужно шагать дальше. И поэтому грозный вид, много хрома. Машина, конечно, такая, знаете, есть змея-щитомордник, да? Вот кто в Узбекистане живет, знает. Но, ребята, вот, ну, что-то в ней есть. Но до лакшери пока что, мне кажется, ну, фиг его знает. Давайте посмотрим. Что у нас из лакшери? У нас из лакшери здесь капитанские кресла, подстаканники, которые, я так понимаю, они убираются, если что. Я надеюсь, что они убираются, да? Вот. Третий ряд. Кстати, при третьем, на третий ряд, как бы как альтернатива, еще есть багажник, да? То есть, когда вы раздвинули, как альтернатива какому-нибудь, например, Grand Highlander, где, в принципе, все равно багажник маловат. Здесь, правда, вот и так все выдвинуто. Смотрите, тут расстояние. Тут я, например, не сяду. Здесь у нас климат-контроль сзади. Давайте. Карты дверей. Ну, тут все мягенько. Но вот это вот из прошлого. Это вот совсем не лакшери. Но, тем не менее, слушайте, машина очень классная. Машина очень такая, как сказать, она, в принципе, она нравится, но как бы не надо рассказывать, что это лакшери. Вот и все. То есть, как бы люди бы сами посмотрели, Mazda, нифига, Mazda доросла, там еще на уровень лучше стал, почти лакшери. То есть, ну дайте это покупателю выбрать, не надо им рассказывать, что это как бы лакшери. Теперь сегмент, теперь вы должны купить это дорого. Не хочу я дорого за Mazda. Я хочу адекватных денег всего, да? Так, ну что, давайте глянем. У нас здесь место, конечно, здесь вагон, места много, сиденье вполне себе комфортное, такая боковая подтирка неплохая, а вот руль жидковатый для такой машины, он и жестковатый, и жидковатый, то есть такой, как бы, здесь у нас кластеры, пережитки прошлого остались, ну, могли бы задачиться, в принципе, сделать, все-таки все уже цифровое, все уже перешли на цифру, а вот здесь интересно, здесь вот драйв-мод такой, и селектор прикольный, джойстик прям, смотрите, с шариком, очень приятный под руку. Но опять-таки, вот в материалах все равно дороговизны здесь нет нигде, ну прям от слова совсем нигде, но куча классных решений. Поэтому Mazda большие молодцы, они сделали очень классное авто, и теперь, если они дадут классную цену, мне, конечно, маловато, так, ну, в принципе, мне кажется, что хватает. Здесь приятный мягкий этот, ну что, давайте глянем, Mazda. 25 миль на галлон, кстати, едет. Это у нас, видите, тут немножко сдвинуто. Это у нас 3.3 Turbo Preferred. И 280 лошадиных сил при 3.3 двигателя. А цена 42 600. Ну, что могу сказать? 42 600 это, в принципе, это Volkswagen... Volkswagen, наверное, Atlas. Что я возьму? Volkswagen Atlas или вот этот вот Preferred? Пока точно сказать не могу. Но мне кажется, здесь побольше опций и поинтереснее он будет. Что тут у нас еще? Проекции у нас здесь нету. Ну, за 42 тысячи вы и на Volkswagen не получите. Вот вы знаете, вот в этой версии есть датчики слепых зон. Есть у нас... Нет камер 360, к сожалению. Ну, вы знаете, как бы 42 тысячи, 45 за... Он дешевле, чем Чирок. Ну, то есть, X, да, 90-ка. Мне кажется,
как вариант, неплохо, да? Ну, то есть дешевле черка на уровне стартовой позиции Атласа, и при этом это уже полный привод. Ну, в принципе, все, что необходимо, есть. 3-3 двигателя. Мне кажется, лучше, чем двушечка атласовская поедет Volkswagen. Это, кто не в курсе, Volkswagen Atlas — это Terramont. Был он как-то в Европе, но, к сожалению, сейчас пока нету. Так, тут еще у нас представлены Mazda Miata MX-5. Надеюсь, уже Мухит, вам большой привет, если смотрите. Мы такую отправили в Казахстан. Купили ее с небольшим пробегом. Шикарный вариант. Я проехался, чуточек там тест-драйв делал, и отправили мы ее в Алматы город, как третий автомобиль в семье. Ну и здесь, вот видите, у нас с вами 2 литра, 181 лошадиная сила, и цена 36 тысяч. Ну вот они 38 595 и продают, плюс таксы. То есть, ну, как бы, конечно, дороговато. Мы за какие-то очень адекватные деньги взяли новую практически машину белого цвета. Так, это у нас с вами стоит CX-50, полный привод турбо. И CX-50, я вам так скажу, в офигенном цвете. Но это какая-то, я так понимаю, комплектация непростая. Потому что смотрите, какие... Ребята, мы во Флориде, у нас зимы не бывает, у нас только дожди бывает максимум, но вот это вот зимняя резина, ну, то есть что-то они, видимо, выпустили. Ну, то есть такая версия, мне кажется, больше для, ну, Европы все-таки. Так, ну что, давайте посмотрим, что это у нас такое за... Это у нас Mazda Meridian Edition, ребята. Meridian Edition, я пока не знаю, с чем связано. Ну, тут, видимо, вот такой вот... Или Меридиан. Два USB-C слота. О, USB простых, кстати, слота. Достаточно большой багажник со шторкой. Карты дверей. Ну, мне кажется, даже лучше сделаны, чем... А, ну, вот это вот такое вот жестковато. Но дизайн, в принципе, интересный. Так, давайте посмотрим, что тут у нас с этой стороны. Так, тут у нас... Вот это вот приятно сделано. Вот это прям приятно. Прострочка такая, знаете, прям. Фактура кожи. Очень классно. Вот это все, этот Меридиан. Здесь прям она мягкая. Боже. Слушайте, ну. Вот это интереснее сделано, чем сделано в 90-ке. Ну-ка давайте глянем, что тут у нас. Ну, знаете, в этом авто приятно. Приятно прямо прикасаться к нему. Это удивительно, но... Такие мелкие штришки, которые здесь вообще как бы можно не понять, где ты сидишь, в 90-ке или в полтиннике. Ну, понятно, да, место, но электрорегулировки все на сиденье. Очень большая боковая поддержка, аж неудобно ногу свешивать, знаете. То есть такой хороший кресло, удобный, какие-то субаровские, вот так вот можно отметить. Старт-стоп, драйв-мод, автохолд, электронный ручник, все управление медиа, ну, it's okay. Вот этот экранчик небольшой, но, в принципе, руль такой же вот руль, что здесь, что там, он одинаковый. Такой он хлипкий очень, тонкий. Ну, я думаю, те, кто привык, то, в принципе, без разницы. Кто любит какой руль под руку, это не важно. Так, Mazda CX-50, Meridian. А вот это вот называется Polymetal Grey Metallic. Интерьер терракота. Ну да, похоже. Но он двухцветный, поэтому. Так, и у нас здесь с вами 202,5 и 227 лошадиных сил. И ценник у нас при этом 45 тысяч. О-о! Вот это ничего себе. Это машина дороже, чем CX-90. Ну, это вот... Вот это как раз я называю чересчур. То есть, куплю я себе вот такую машину даже вот с этой прекрасной кожей. Или я как бы подумаю CX-90 взять. Ну, здесь, смотрите, память сиденья вот здесь вот интересно сюда вынесена. Короче, странная. Странная, в общем. Ну, комплектация классная, но... Ну, не знаю. Но если кто-то, кому нужна, знаете, бывают люди, не любят большие машины, говорят, мне не нужна большая машина. Как бы в таком случае, вот тогда да, наверное, взять поменьше, но побольше опций, чтобы было на ней. Так, ладно, погнали дальше, посмотрим, что у нас там еще. Вот CX-30, кстати, стоит. Они теперь, видите, все 30, 50, 90.
перешли. Турбо, полный привод. Единственное, надо отдать должное, молодцы. Практически все время полный привод. Это классно. Это вот Manager Special. Это значит, с какой скидкой? Демо-версия, скорее всего. И 23-й год. Полный привод. И 39 тысяч хотят за нее. И не помню, я там ценник, что ли, с CX-90 перепутал. Как может, блин, это стоить 39, а та 42. Ну, что-то неясная какая-то ситуация. Так, и это у нас... А вот видите, вот было 39-252, 35 спустили. То есть они, короче, за 35 продают. Ну, совершенно закономерно, потому что, не знаю, покупать себе за 42 CX-90 или за 35 даже, ну, блин, все равно дофига. Вот CX-50 без всяких пакетов. И у нее цена 36 800. Ну, куда ни шло. Ну, правильно, да, вот эти машины, вот, ну, как бы, они были переоценены. Hi. No, I'm good, thank you. Девушка так мило предложила, что я уже хотел согласиться купить Mazda, но потом вспомнил, что у меня есть Raptor, поэтому... Ладно уж, не будем покупать пока ничего. Нью-йоркеры приехали на новом Мустанге. Аж с Нью-Йорка, офигеть просто. Так, ну давайте глянем, что тут еще есть на площадке. Так, это еще, ну это видите уже, все, CX-5, как бы, CX-5 полный привод. Давайте посмотрим, это не полтинник, это именно CX-5. Нету ценника, ребята, у них нету ценников, это все бэушка, короче, стоит. Новых нету, к сожалению. А бэушка у них нету, а нет, вот QR-код есть, давайте посмотрим, вот сколько CX-5, вот такой, например, стоит. Подождите, это CX-50 уже. Да? На вторичке. Да, нет, CX-5. Полный привод, турбо. Так, окей. 22-й год, 17 тысяч пробег. Давайте... Нету QR-кода. Зараза, они его даже, видите, закрыли. Что ж такое-то, а? Как же так можно делать? Ладно, ребята, все. Показал вам новые Mazda. Сейчас пройду вон там, посмотрю. Может, что-то еще на складе у них есть. О, DDM-щики местные. У нас, да, разрешен. Сейчас, если вопрос будет, разрешен ли у нас правый руль. Да, в Америке можно ездить на правом руле. Так, ну вот они, хотя бы нашел вам. Давайте посмотрим CX-90. Вообще нулячий еще, смотрите, еще. Так, давайте глянем. Это вот, я так понимаю, самый-самый топ, потому что тут и проекция, тут и камера 360. Это у нас версия премиум 3.3. Те же самые, 340 лошадиных сил здесь у нас, смотрите, 340 лошадиных сил аж, и 55 тысяч, все равно хороший ценник. Вот тут уже можно и подумать, потому что в таком фарше брать себе машину, ну, как бы, когда у тебя есть все. Она закрыта сейчас, только медиа маленькая, как бы, но... Так, здесь у нас, к сожалению, нету, ребята, стикера. И там нет стикера. Ну, вот один я только... А, подождите, вон, вот нашел. Вот эта вот версия, сейчас посмотрим, какая. Вот эта версия. Это у нас версия... А, это Preferred, это мы с вами смотрели. Да, и $43 000. $43 000 это... Вот это, как бы, классная цена. Вот черная. Зачем-то они сразу продают людям дуги, видимо, багажник, чтобы типа. Так, здесь нету у нас. Очень классный салон, красивый, посмотрите какой, с белым деревом. Так, там у них приемка машин идет. Вот это вот белое. Это у нас премиум, тоже премиум. И цена у нее белая, красиво смотрится, кстати. Цена у нее, да что ж это такое-то, а? О, сейчас. Цена у нее, давайте посмотрим, залезу я. 54 800. Ну, с налогами будет 60 с копейками. Ну, плюс еще есть эта дурацкая программа 2400 от нее.
отмазаться будет крайне сложно, практически невозможно. Я уже пробовал. Они причем и на бэушку ее продают. А вот смотрите, красиво же смотрится, а? Красиво. Ну, вот здесь, вот в белом варианте, вот с этими дисками, что-то очень похожее на лакшери. Так, а это вот какой милитари стайл. Причем, смотрите, тоже с проекцией. Это, я так понимаю... А, ну это вот этот вот Meridian Edition. Это он же. С этим салоном. Да, это он же, поэтому цена такая же. Цена, короче, по цене как CX-90. Ладно, ребята, все, показал вам Мазды. Все, что нашел в нашем маленьком городке. Поэтому спасибо, что посмотрели. Спасибо, что были на канале. Увидимся.